Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его автор и ведущий Олег. Тема сегодняшней передачи у нас будет «Как научить собачку команде место дистанционно». То есть в качестве места мы будем использовать любой предмет амуниции, либо какую-то вашу вещь, например, портфель, рюкзак, без разницы абсолютно, либо ошейник там собачки, либо поводок. Ну и так, поехали! Что мы сейчас с вами увидели? В этом сюжете я вам показал, то есть взял собачку, подвел ее к определенному какому-то месту, положил, ну в данном случае была акбаровская шлейка, положил эту шлеечку, сказал место, сам отошел на определенное расстояние какое-то, на небольшое, подозвал к себе собаку командой ко мне рядом, собачка подошла, села возле меня и скомандовал, чтобы он шел на место. Что произошло? Собака была в замешательстве. Почему она была в замешательстве? Потому что, ну, дома она уже знает свое какое-то определенное место, да, а тут непонятно, что, куда ее посылают. Соответственно, собака не пошла. Я мягко, понимаете, здесь вот не надо вот нервничать как-то, взял собачку, подвел ее к месту и вот здесь вот стал уже поощрять ее на этом месте. То есть, вы видели, да, я его гладил, говорил, молодец, хорошо, место, 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 повторял. В зависимости от того, какой степени обучаемости обладает ваша собачка и какой степени терпения обладаете вы на это занятие, на именно на эту команду, на отработку этой команды без внешних раздражителей, у вас уйдет порядка недели. То есть при каждодневной тренировке, ну хотя бы минут 15. То есть мы помним с вами, да, что отработку команды следует начинать без внешних раздражителей каких-то, в более спокойной обстановке. А потом команду нужно повторять где-то 1-5 раз, заканчивать упражнение всегда на пике азарта собаки, да, то есть если и заканчивать именно на правильно выполненном упражнении, то есть если собака только начинает у вас, то более-менее правильным, да, если вы начнете заканчивать на неправильном выполненном упражнении команде,
то собачка у нее закрепится в голове о том, что в принципе неправильно делать тоже можно, а мы с вами хотим этого избежать. Нам нужно правильное выполнение команды. Если вы будете соблюдать эти простые правила, то в конце недели вы увидите вот такой результат. Давайте посмотрим. На этом я заканчиваю. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Ну и, соответственно, мой хвост Акбар. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.